Казахстан нацелен перейти на полное импортозамещение сельхозпродукции в ближайшие 5 лет, чтобы обеспечить себя на 100% по всем основным видам продовольственных товаров. К слову, сегодня импортозависимой остается 1/5 из 30 основных наименований сельхозтоваров. Это мясо птицы и рыбы, колбасные изделия, молочные продукты, сахар и яблоки. Для достижения намеченных планов уже в ближайшее время ожидается запуск новой птицефабрики с общей мощностью в 200 тысяч тонн. Кроме того, на стадии реализации находится 12 проектов на 155 тысяч тонн готовой продукции. Также в планах увеличение молочного производства. Мы хотим производство молока перевести на интенсивный формат, ежегодно вводить по 25 промышленных молочно-товарных ферм. Это позволит нам дать сырье на перерабатывающие предприятия. Что касается сахара, то мы планируем увеличить посевы сахарной свеклы до 120 тысяч гектар, сейчас у нас 20 тысяч гектар. Будет построено 2 новых завода и произойдет модернизация 3 действующих сахарных завода.